Автономная некоммерческая организация «Арт-Позитив», керамическая мастерская, создана 2 года назад по инициативе Александра Панкратова. В «Арт-Позитиве» и взрослые, и дети осваивают искусство керамики. Мастер-классы с детишками с ограниченными возможностями нацелены на развитие мелкой моторики. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок, утверждал Сухомлинский. Развитие мелкой моторики у особенных детей – это спасательный круг для социализации ребенка, развития речи, мышления. Да, это детям помогает. Когда вот берешь руку ребенка, ну, в свою руку, да, чувствуешь, что она такая не очень живая, да, и сначала работаешь с ним как бы по системе рука в руке, да, потом уже у ребенка самого получается. Мы начинаем работать с каких-то элементарных вещей, там катать шарики, там колбаски, из них что-то делать. Потом также мы расписываем. У Елены Смирновой 4 детей, 3 девочки и мальчик. Мише 7 лет. Он начал заниматься в мастерской летом. Мама рассказала, ребенок замкнутый, малоразговорчивый. Очень волнуется, если у него что-то не получается. Мы только вошли сюда, у ребенка сразу загорелись глаза. Он посмотрел на полочки с какими-то уже изделиями готовыми. Ему тоже, он спросил меня, мама, а я тоже это смогу сделать? Я говорю, конечно, сынок. Сегодня на занятия вместе с братом пришла и младшая сестра Анечка. Приятная атмосфера, дружеское общение. Дети становятся более раскрепощенными, увереннее в себе. Занятия для таких детишек бесплатные, именно за счет гранта. Ресурсный центр, поддерживающий некоммерческие организации, помог подготовить документы для его получения. 500 тысяч потратили на гончарный круг, печь, материалы. Организация не отказывается и от пожертвований. Кстати, мастера готовятся к переезду. Администрация областного центра предоставила помещение площадью 400 квадратных метров на Шестернина. В этом тесновато. Впрочем, говорят, в тесноте, да не в обиде. Береза небосводом, как погрозно страною, не хотелось бы вечно быть с тобою, где хлебом полей, медом лугов пахнет земля, где стоит мой отчий дом, там буду я. Ирина Афонина, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс».